Юные грации порхают над ковром. Сложные прыжки с вращениями, контроль предмета. Это сейчас Анастасия Кустова выполняет элементы на отлично, но так было не всегда. Вспоминает, как выбегала из зала со слезами. За 8 лет в художественной гимнастике преодолела немало трудностей. Сейчас уже смело строит планы на будущее. На кандидата вот нужно получить кандидата мастера спорта. А дальше хочу уйти в групповые упражнения и там попытаться выполнить мастера спорта. Выполнила норматив мастера спорта и теперь помогает сделать спортивную мечту реальностью для своих воспитанников. Оксана Бикинеева – тренер с 18-летним стажем. О себе говорит честно, данных выдающихся для гимнастики не было. Однако повезло с тренером. Училась у лучших. Мне очень повезло. У меня тренер была Вера Фремовна Штельбаумс. Это известный тренер. Вы знаете, двукратную олимпийскую чемпионку. Евгению Канаеву – это ее тренер. Да. И вот мне так посчастливилось, что я у нее тренировалась. Один из самых зрелищных и изящных видов спорта. Его суть – выполнение гимнастических и танцевальных упражнений. Обруч, мяч, лента, скакалка, булавы. Булавы для Заряны Киселевой пока еще тоже сложный предмет. Чтобы подчинить себе элементы с ними, приходится много трудиться. Юная спортсменка готова на все ради мечты стать чемпионкой. Я часто дома тренируюсь, сажусь в шпагат и впровиз. Я включаю часто музыку, и под нее я тренируюсь дома. Мне нравится. Художественная гимнастика имеет омолаживающий эффект, признается Елена Манжос. Сейчас Елене Александровне 70 лет, она все так же горит любимым делом. В этом ей помогают ее ученики. Ради них развивается и не стоит на месте. Соревнования, новые элементы и программы. По словам тренера, профессии надо жить. Ученик – это не сосуд, который должен наполнить тренер. Ученик – это факел, который должен зажечь опять же тренер. А чтобы зажечь ученика, тренер должен гореть, все время гореть. Елизавета Зубкова влюбилась в красоту и изящество этого вида спорта, пришла и осталась. Теперь элементы и предметы – это ее жизнь. Юная спортсменка выступает в групповых упражнениях. Признается, это сложнее, чем индивидуально. На помощь всегда приходит тренер. Мы ее очень любим. Во-первых, то, что она все время пытается нам как-то объяснить информацию, показывает, то есть пытается сама как-то нам с предметом объяснить какие-то движения. Также она в соцсетях ищет нам какие-то элементы интересные, которые сейчас популярны. И мы пытаемся вместе с ней, она нам объясняет, и мы пытаемся с ней повторить все. Достичь успеха и стать мастерами спорта юным спортсменам помогают профессионалы спортивной школы Одинцова. Тренеры с большой буквы делают все, чтобы юные звездочки зажигались как можно ярче. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.